Друзья, всем привет! Продаю машину Nissan Almera Classic за 20 тысяч пробега, то есть я ее покупал, на ней было где-то 55, сейчас где-то 78. Ну, где-то за 20 тысяч пробега вообще никаких проблем. Поменял масло в коробке, ну, то есть расходники. Масло в коробке, масло в двигателе менял каждые 10 тысяч, антифриз, тормозную жидкость, вот, то есть все расходники. Вот, машина без проблем, на полном ходу вообще ничего не было, никаких поломок, каких-то там серьезных. Ходовая в идеале. Двигатель, в принципе, сейчас можем послушать. Вот, это салончик. Так, заводится с полоборота, вот пробег. Так. Вот, все блестит, все играет. Сейчас вот даже двигатель покажу. Слежу за машиной. Там уже не первая машина моя. Поэтому вот двигатель работает как часики. Все жидкости. Все в норме. Проверяю постоянно. Ну, немножко запыленная, но как бы мыть не рекомендуется, поэтому я не мою. Вот, собственно, все. Отдам в хорошие руки. Звоните. Вот, машина супер, не пожалеете. Пробег 78 тысяч, я думаю, до 150 тысяч вообще проблем никаких не будет. Вот, из недостатков, ну, в принципе, я даже не знаю, недостатков, мне кажется, даже нет в этой машине. Вот, ну, единственное, да, пластик так чуть-чуть поскрипывает. Вот, но это у всех Nissan. Вот, комплект зимней резины еще есть, отдам тоже. Вот, коробка не дергает, ну, все в идеале, в общем, машина. Все, звоните.